Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня на канале видео по токарной обработке древесины. В данном видеоролике буду делать такую небольшую интерьерную вазу. Ваза будет необычной формы. Форму придумал не я, где-то подглядел на просторах интернета. Сразу хочу предупредить тех зрителей, которые пишут мне в комментариях после выхода роликов по изготовлению минажниц. Ой-ой-ой, типа, сколько древесины идет в опилке, сердце кровью обливается. Так вот, запаситесь валерьянкой, корвалолом и другими сердечными каплями. В токарной обработке вплоть до 90% древесины уходит в стружку. Так что будьте готовы. Да, и кому если интересно, это ясень. Стволик сох уже больше 2 лет. Влажность 6%.
В результате получилась вот такая интерьерная вазочка. Осталось покрыть только маслом. Ясеня, конечно, люблю покрывать колированным маслом для столешниц. Для этого добавляю в масло для столешниц колер мед. Ну, думаю, я с медом уже всем поднадоел. От прошлого проекта вот у меня осталось еще венгрий темный. В баночке его немножко. Давайте покрою им. Сама вазочка у меня хорошо отполирована. Я думаю, темный цвет тут не сильно возьмется. Но в основном в поры зайдет. Буду покрывать кисточкой. Я думаю, даже станок можно включить. В общем, оставляю эту вазочку на 30 минут. Потом покажу результат. Цвет необычный, красивый цвет вообще-то получается. В конце видео покажу, что в итоге получилось. Вот смотрите, маслица хорошо высохла. И вазочка имеет такой приятный бархатистый цвет. Всем, кому видео было полезно, пальчик вверх. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Всем пока!